Ну-ка, давай, дружок. Давай. Ну зачем свида? Я ж тебе кладу кушать. Вот. Давай. Всем привет, друзья. Давай, у нас давай, ужин. Давай. Привет, давай. Аслан, как вы? Привет, привет. Я отвлекся. У нас с Рафушкой разговор. Он хочет ведра кушать, а я ему говорю, вон мисочка у тебя хорошая, большая, кушай с мисочки. А он решил почему-то с ведерочка. В ведре, говорит, больше, я, говорит, хочу с ведра. Ребят, у нас раздача каши, свежесваренная каша. Мы ее охладили хорошенько в тазике и сейчас будем раздавать всем ужин. Пошли так, дальше. Давай пойдем к бусеньке. Ой, Аслан, ты так хорошо все освежил, да, под... я шлангом, водичкой полил. Шлангом, да, чтобы им свежо было. Сейчас что-то деревья поливаем, сейчас пацаны деревья дополивают. Давай, кушай, бусенька, кушай. Ты моя маленькая. А Дуся, видите, Дуся уже поужинала. Она поужинала, выпила лекарства. У нее сейчас такая диета небольшая. Да. Все, что доктор прописал, так, как говорится. Что вы кричите? Сейчас мы до вас доберемся. Ну в чем дело? Что да? Ты ругайся? Ты уже поужинала. Да, 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 да. Аслан, аристократия тебя ждет. Так, на, водичка, да, вот водичка. И Вуська, выходи кушать. Марта, хулиганка, пошли, Марта. Идем. Идем, Марта. Молодец, молодец, Марта. Так, сейчас всем все будет. Каши хватает на всех. Джесси, ты у меня самая голодная. Давай. Я вот сюда тебе положу сейчас. Марта, ну что ты у Джесси отбираешь? Марта, ну там Джесси должна кушать. Ну Марта. И Вуся, выходи кушать. Марта, ты чашка больше, чем ты сама. Так, девчонки, давай я вам... Джесси кушает. Шлом сюда. О. Хорошо, что перестали кормить в вольерах, а то они в вольерах все, да, размазывают. Да, очень удобно так на улице. Ива, ну Ива осталась чашка в этом домике ее с ним. Так, Ивушка, давай кушай. А? Ты что там сидишь? Ты что-то вкусняшки давала, что надо охранять опять? А? А, Ива там что-то охраняет, да. Ива, она вчера вкусняшку отобрала у борзых и охраняет ее. Самое интересное, это она не хочет. Она наелась и не хочет, но она отберет у кого-нибудь, может даже у всех, может даже всех обойдет, отберет, все спрячет, сойдет, значит, будки, и оттуда ни шагу. Даже вот писать будет хотеть, не выйдет. Она до последнего будет терпеть, чтобы, значит, свою будку не оставлять, ну, без охраны. Вот если у нее уже вот приспичит ее сильно-сильно, тогда она выйдет как бы по своим делам. А она так охраняет. Она свою будку ни в коем случае не оставит. Так, есть все, есть. Остался Михалыч. И Вуся, вон она поскладывала там. Не надо охранять вкусняшки. Она ни в коем случае не выйдет, нет. Вон, видишь, она оглядывается, ага. Там вкусненькая у нее. Это вообще что-то... Такая кладовщица. Вообще вот она артистка. До последнего не выйдет. Вот у нее мочевой. Жадина. Мочевой уже до стадии сейчас лопнет, дает, только тогда выйдет. Значит. Ага, ага. Типа я не такая, да? Ага, вышла, значит. Ага. Попозировать. Что же вы меня в жадина записали, да? Я, говорит, не жадина. Я просто дома витая. А я не жадина. У меня запасы. Скоро, как говорится, осень, а там зима на нас сюда, что нужно запасы делать там. Консервы, все такое. А ну давай этот ошейник снимем. Давай снимем его. Угу. Давай, иди поешь. А давай закроем ее, чтобы. Давай, она... а то она будет сейчас кусать, да, все. Закроем, пускай сидит. Джесси просит добавку, Аслан. Сейчас, Джесс, сейчас. Давай. Давай, кушай. Ну, Джесс, видишь, тарелочка твоя побольше, которая, ну вот. Марта такая Марта хулиганка. Отобрала ее. Что я могу поделать? Я их вычесываю, вычесываю, все равно не линяют. Ух, сейчас такая жара у нас стоит, свыше 30 градусов, просто кошмар, невозможно. Вот мы поливаем целыми днями, чтобы прохладненько было собачьим. Поливаем. Да, раз, раз, и дети молодцы, помогают уже. Шланг берут, поливают и...
прохладненько. Пойдем к Михалычу. Пошли. Михалыча накормим и пусть отдыхают. Сейчас. Сейчас, мой друг. Подожди, Мишка, где не Миша? Мишка Тедди. Ты Тедди? А? Мишка Тедди. Пойдем с тобой Тедди. Держи, Миша. На, держи. Дусенька, ну в чем дело, Дусенька? А? Дусенька уже, знаешь, всех пытается облаять, такая, знаешь, деловая. Деловуха. Деловуха, да. Дедуля, Буся, о, Бусенька. Она там самая деловая. Бусенька, а? Бусенька как сосиска стала, наелась. Хвостик, на хвостик смотри. Артистка, да? Хорошие девочки. Суча хорошо поела, между прочим, Буся кашки. Буся, да. Обычно у Буси, вот у мамаши, у нее плохой аппетит. Да, да. Дульсинея, мы тебя слышим. Крикливая Дульсинея. Скучные. А сюда выпускаешь, она снова пролазит в этот, в сетку. Я не знаю, наверное, придется все-таки сеточку еще обшить. И эти вольеры нужно, наверное, сеткой обшить будет. Ой, ну ничего. Все, ну все. Вот хулиганка, сколько внимания требует себе это вообще, ребят. Ой, ну что ж, очень рады, что, значит, покормили своих хвостиков. Ну и вы, конечно, нам помогли, вы пришли. Значит, вместе с вами покормили всех хвостиком. Спасибо вам большое, что всегда смотрите нас, ребят. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, значит, ставить лайки. И, значит, кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии. Давайте будем все вместе продвигать наш YouTube-канал вперед. Чтобы нас больше людей узнавало. Чтобы больше возможность была хвостиком найти дом. Так что ставьте лайки, пишите комменты. Не ленитесь, дорогие друзья. Потому что комментов и лайков бывает намного меньше, чем просмотров. Так что, ребят... Всем, не ленимся. Всем пока, спасибо, что были с нами. Пока-пока, ребят. Графушка, скажи всем пока. А граф наелся, такой довольный, ходит. А нет, сказал пока. Я переводчик графа. Все, пока, ребят.